Всем привет, дорогие друзья, мои прекрасные котейки, с вами Юмилия. И вот сейчас днем MC Хованский огорошил лично меня своим новым клипом, при том, что это коллаборация с Дмитрием Маликовым. Хованский и Дмитрий Маликов. Ладно, я понимаю, там Хованский и Черников, Хованский и Big Russian Boss, но Хованский и Маликов — это что-то интересненькое и неординарное. Ладно, давайте приступим к просмотру и как раз узнаем, почему этот клип называется «Спроси у своей мамы». Погнали! Айо, здорово! Дратути! Нет, пока не помер. Слушай, нужна твоя помощь в одном деликатном деле. Нет, не, не как в прошлый раз. Да послушай. А что, было в прошлый раз? Я на свидание позвал, наконец, одну юную даму. Но она зачем-то таскает везде за собой свою нудную маму. Зачем она это делает, интересно? Отвлечь ее хотя бы на пару минут. Да, конечно, без проблем, мой друг. Ты меня хочешь, ведь я Хованский. Признай, не надо стесняться. Какие офигенные девушки волосы. Шепелявых, кудрявых и толстых красавцев. Забудь о маме, офигенная она сейчас думает окраска точно волос. О чем-то другом. Помнишь мой концерт в Твери в 96-м? Детка, мы так похожи, дай угадаю, что у тебя за постеры дома. Там Соболев, Коля и группа Грибы между Оксимироном и Оксимироном. А хочешь свои покажу? Поедем ко мне, твоя мама заметит не скоро. Что уж тут скрывать, я и впрямь знаком с Кобзоном. Этим солнечным весенним днем. Опять эта схема. Ты со мной забудешь обо всем. Было бы в тему. Ведь мы улетаем в облака. Интересное сочетание, честно, интересно. Или что-то другое. Через время, время, время я сияю так ярко. Этим светом, светом, светом озаряю весь мир. Бывает звезды, что делают жарко. Приятно спроси слушать. Спроси своей мамы, кто ее кумир. Твоя мама похожа кондитер, ведь она создала такую конфетку. И выглядит, кстати, неплохо, что в ее годы бывает достаточно редко. Но отвлекаться не будем, ведь у нас с тобой 2 часа всего лишь. Ты слышишь меня? Зай, что такое? Я вообще-то здесь. Эй, куда ты смотришь? Хит, еще хит сверху, ты же знаешь, я тоже увел сумел вверх. Увел девушку Хована. И нашел голос, и нашел босса. Бабки меня любят, в кармане видимо-невидимо Налика. Узнают всегда и везде, погодите, извините, они видимо Маликов. Стой, братан, я все осознал, у меня есть идея. Ну что ж, поведай. Надо махнуться дамами. И тогда нас обоих ждет победа. В голове не так уж и пусто. Скажешь, как прошло потом. Ну что ж, скажи маркировку, слон меняется с королем. Этим солнечным весенним днем. Многоходовочка. Ты со мной забудешь обо всем. Ведь мы улетаем в облака. Она же еще учится. Так, а в моей руке твоя рука. Ей 18-то есть? Через время, время, время я сияю так ярко. Этим светом, светом, светом озаряю весь мир. Бывает звезды, что делают жарко. Спроси у своей мамы, кто ее кумир. Через время, время, время я сияю так ярко. Этим светом, светом, светом озаряю. Неожиданная и очень удачная коллаборация. Вот серьезно. Спроси у своей мамы, кто ее кумир. Вот так вот и получилось. Санкт-Петербург 2017. Эта работа Хованского категорически отличается от его прошлых клипов. Все они были какими-то более жесткими, но этот клип очень приятно смотреть, наблюдать за тем, что там происходит. И мелодия там такая лиричная. Ну, наверное, это все из-за присутствия в нем Дмитрия Маликова. Хотя я 100% вам скажу, что его фанаткой никогда в своей жизни не являлась. Интересно было бы еще увидеть какие-нибудь коллаборации Хованского с какими-нибудь необычными звездами, а именно вот такими вот, как Маликов. А может быть, даже было бы неплохо, если бы они еще один клип записали, почему бы и нет. Потому что я считаю, что вот эта работа в скором времени наберет 10 миллионов просмотров, если не больше. А что по этому поводу думаете вы? Напишите об этом в комментариях. Также напишите, как вы относитесь к Дмитрию Маликову, являетесь ли его фанатом, поклонником, или вы вообще про него, может быть, первый раз слышите. Ну а еще также мне понравилась вот эта вот, как я сказала ранее, многоходовочка. Это было неплохо придумано. Вот такое вот у меня мнение по поводу этого клипа, и вот такая вот, собственно, у меня реакция. Как слышите по моему голосу, я все еще болею, и мне кажется, что с каждым днем все становится хуже и хуже, хотя
Я, наоборот, должна поправляться. Ну ладно, будем надеяться, что скоро все образуется. А с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Большое спасибо вам за просмотр. Всем, мои дорогие, пока-пока. Увидимся в новых роликах.